Тройственный союз Фетё Губадебадоглу Мубариз Мансимов может стать источником довольно серьезной угрозы для нашей государственности. Такое мнение высказал депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу. По словам депутата, Фетё необычная террористическая организация, потому что цель ее глобальная – захват власти в стране через своих мюридов – учеников. Негласно, цель террористической организации ФЭТО состоит в том, чтобы децентрализовать и демилитаризовать нацию и снова вбить в головы людям одну лишь религию – фетишизм. Задача ФЭТО состоит в том, чтобы разрушить исламскую цивилизацию в контексте конфликта культур, превратив собственные ценности ислама в оружие против него же. Депутат отметил, что масштабы ущерба, которые способен нанести ФЭТО Азербайджану, больше, чем можно представить. На примере братской Турции во время событий 15 июля мы увидели, на что способна эта террористическая организация. Турецкая республика оказалась на грани своего существования. В связи с этим, союз ФЭТО Губадебадоглу Мубариз Мансимов может стать источником довольно серьезной угрозы для нашей государственности. Данная троица одновременно несет деструктивную идеологию, цель которой – манипулирование общественным сознанием. И обладая серьезной финансовой базой, поддерживающей их деятельность, способна вмешиваться в политические процессы. Поэтому этот треугольник, как инструмент терроризма, должен быть немедленно нейтрализован. Отметим, что серьезную роль в разоблачении этой сети сыграл арест и экстрадиция в Азербайджан Фазиля Гасымова.